Неудачи и разочарования, успех и везение. Уже сегодня наши игроки покажут, что такое настоящая конкуренция. И начинаем мы 9-й выпуск лучших моментов «Сетка Кап» с прекрасного. Конечно же, с девочек. После таких неудач можно и захотеть покинуть теннисную карьеру. Рома, прости, но это фиаско. Осталось посмотреть 3 розыгрыша. Знаете, что это значит? Что именно они оказались самыми классными в 9-м выпуске. Защитник против нападающего. Игрок, который практически никогда не упускает возможность прокомментировать свой розыгрыш. Признаться честно, я и сама так постоянно делаю. Против игрока, который является примером спортивного поведения и за игру может не произнести ни слова. Владислав Клим и Анатолий Левшин. На второй позиции украшение наших турниров, разумеется, девочки. У обеих есть шипы, но при этом одна защитница, а другая нападающая. Если вы еще не догадались, кто это, тогда встречайте. Валерия Степановская и Анастасия Медведская. Beg, please get on your knees. Came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the big shoes, check out the crease. Blow like I'm Bigfoot, step on the beat. Make a man's run till he step out the crease. When the whole place scream, gotta get out the Yeah, I am trapped in the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I am trapped with the boys. Man so tough, but man's keep talking, yeah. И первое место снова занимает противостояние между нападающим и игроком защитного стиля. Видимо, именно такие розыгрыши самые красивые. Наши эмоциональные титаны. Михаил Мосюк против Алексея Рыбки. Пишите в комментариях, чей розыгрыш вам понравился больше всего. И, возможно, кого хотели бы увидеть в нашей следующей подборке. Ставьте лайк, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить нашу следующую подборку. Всем пока!